Мимо дома идешь, у всех все подъезды разрисованы, красиво, отлично, прямо в душе приятно. Жители дома номер 10 на улице братьев Захаровых не прекращают смотреть и наслаждаться своими красочными подъездами. Каждый подъезд дома расписан в определенной тематике. На одном ты словно погружаешься в городскую суету с несущимся потоком машин, на первом подъезде обитает пара попугайчиков-неразлучников, а остальные подъезды украшены красивыми, спокойными, природными пейзажами. Люди даже идут, всегда удивляются, ой, как у вас хорошо, и цветы у нас посажены, все ухаживается, все поливается. А у нас и в подъезде чистота, у нас чисто в подъезде, чисто, вообще чисто. Вот, и никто не сорит, старается, конечно. Летом вообще прекрасно, на улицу выйдешь, красота. К дому подойдешь, тоже красота у нас, все везде разукрасили, красиво. Люди спрашивают, кто это делал, где заказывали. Меня вот, например, сколько раз спрашивали. Наш канал задал жильцам аналогичный вопрос, и из разговора мы узнали, что в соседнем дворе есть тоже расписанный дом, который особенно понравится детям. А все потому, что на его стенах обитают персонажи из любимых мультиков. На фасаде дома 31 по улице Свердлова различные герои, как из старых мультиков, так и из новых современных. Хочется назвать это здание не жилым домом, а настоящим домом творчества, потому что он красив не только снаружи, но и внутри. Насмотревшись на такую красоту, конечно же, гости дома также захотят разрисовать свой дом. Я считаю то, что прикольно, когда возле твоего подъезда какой-то рисунок мило смотрится. Я бы пейзаж нарисовала, закат там какой-нибудь рыжий на Саратовской области. Контролируют такую красоту старшие жители дома. Конечно. Да, мы стараемся на дверь, чтобы вот не клеили. Видите, сколько? Все равно вот рядом хоть, но клеит. Вот там что ж черный, он красиво сделал, взяли, наклеили. Каждый труд должен оцениваться, а такой труд, который делается на благо окружающим, его нужно ценить и уважать. Не портите эту красоту и не нарушайте гармонию цветов, радости и красок. А на какие средства были раскрашены дома и кто же этот неизвестный мастер, который запустил флешмоб раскраски домов, вы узнаете в следующем выпуске. Подписывайтесь на интернет-канал «Булаковский репортер», чтобы не пропустить его.